Итак, сегодня расхламляемся на лоджии. Что тут захламилось? Тут и вещи, коробки ненужные. Надо вот это будет все сейчас посмотреть, разобрать, расхламиться. Да, барахла полно. Кстати, люстры, которые никак не продаются. Зимняя резина у меня здесь. Кстати, воняет так. Вот, кстати, вообще лучше не хранить. Надо было на балкон лучше, вот, кстати, когда положить. Давай перекладем туда. Вот, потому что тут реально такая вонь этой резины. Да тут кола сюда поставили. Мама приехала ко мне на помощь, говорит, Дася, давай расхламляться. Короче, вот когда не было денег, мы делали вот такую вот штуку, типа светильник, крышка капец. Для аквариума, да. Но ее не как ее протирать, я не знаю. Все в пылище тут. Слушай, а колеса-то откуда? А, от велосипеда. Вот надо тоже их от них избавиться. Капец. Снегокат вообще пользовались за зиму раз пять и все. Что-то как-то... Ну да, потому что у нас тут и горки рядом как бы нету, где можно скатнуться хорошо. В основном это ледянки. Да, на ледянках... Больше. Да, больше мы катаемся. К тому же взял эту тарелку и пошел кататься. Так, кому кирпичом? А это тяжелый снегокат. Это для чего? Это, кстати, у нас там камней вон целый тазик. Это из аквариума осталось. Вон целый тазик этих камешков. Это что? Типа скатерки на стол. Такие, как его, пластмассовые или... Так, сейчас мы разберем тоже, посмотрим. Давай. Может, и выкинуть надо. И вот эту палку тоже, наверное, выкидывать нафиг надо. Одеялку эту выкидываем. Ковер мы это тоже выкидываем. Да, потому конечно, что сейчас не актуально уже ковры. Да. Да он ему 100 лет в обед. Люстру, наверное, я тоже отнесу, потому что я ее хотела продать, а тут один цветочек разбился, и никто не забирает из-за этого. Поэтому думаю, ладно, заберут кто-нибудь на мусорке. Так, дальше сейчас будем все это разбирать. Это... Так, это угли надо оставить. Вот сейчас внутри возьми. А. Там выпадет. Так. Ну вот это вот. Сейчас я свет включу, еще покажу. Вот это, ой. Вот это херня. Это штука такая была, чтобы кабель там спрятать. Я вот думаю, нужна она или нет. Ну, подумай. Мне кажется, нет, пока она мне не нужна, так что надо выкидывать. А где велосипед? От велосипеда колеса нужны? Да. Велосипед мы отдали. Ну, а колеса остались. Так, значит, а это вообще от кроватки еще, которую мы продали еще года два назад. Или кому мы ее отдали, что ли? Я даже не помню. Это тоже штуки, короче, чтобы крепить балдахин. Ё-моё. Да. Тут очень много обуви. Нам тут много обуви тоже и отдавали. Друзья, знакомые, поэтому я это решила, тоже выставлю все аккуратненько на мусорку, кто хочет, заберет. Клетку я тоже решила отдать, потому что попугаев мы больше не собираемся заводить, потому что аллергия. Здесь мои какие-то вещички я собрала тоже, выставлю на мусорку. Ну, одеялку надо постирать, это хорошее, на ней лежать можно на пляже. Одеялку постираем. Сейчас я ее вроде еще. Бы, может, и стирала. Я что-то не... Хотя там она уже запылилась. Да, да, давай. Давай сейчас. Ну, я что-то не знаю. Ты у нас, в принципе, принесла? Одеялка есть. Это детская, да, или нет? Нет, это большая. Настя, она пригодится. Очень хороший одеял. Сейчас таких не делают уже. Это же дореволюционное все. Ну да, одеялку можно будет отстирать сейчас и оставить. Это шерстяная. Слушай, ты принеси. Тут у меня, кстати, еще стройматериалов много осталось, всякие правила, и там еще пакет. Мусор принеси. Надо будет отдать. Это коробка от штатива, я тоже выкидываю. И еще вот это тоже самодельная фигня, которую типа вместо штатива я хотела использовать. Точнее, это было не то, что штатив, а это было освещение. Сюда крепился. Ну, у меня теперь есть софтбоксы, наконец-то. Поэтому от этой штуковины я тоже избавляюсь. Потому что сюда крепился свет. Этот свет, кстати, где-то и остался. Ой, да это я знаю. С одной стороны, жалко выкидывать, потому что свет мне всегда нужен, как бы. Но сейчас я сделала уже потолки, освещение. Наконец-то у меня и освещение классное в доме. Поэтому избавляемся от лишнего. Я не знаю, я раньше почему-то до этого даже как-то не додумалась. Раньше висела одна люстра на потолке. Теперь классное вот это освещение, рассеивающий свет.
очень светло наконец-то в доме. Да. А то была одна люстра, вот эта зеленая висела, и мы жили как в подвале. Давай один стол отправим туда. Вот эти качели из моего детства тоже хотели кому-то отдать, в итоге так и лежит. Поэтому я больше ждать никого не буду, потому что хотел кто-то забрать, так и не приехали, в итоге все вот это лежит. А что ж тут идем посмотрим? Что там? А, там, может, штуки какие-то от матраса, что ли. Ну-ка, посмотри, что там. Мешок какой-то. Блин, там вот игрушки тоже, которые не забрали. О, смотри, что. Тут матрас. Матрас. Насосу нет, один шланг. Короче, надо подумать. С одной стороны, жалко это освещение выкидывать. Но с другой стороны, такая сейчас это неудобная штуковина. Ладно, но надо, наверное, выкинуть. Она вся ломается на ходу уже. Я ее пока мыла, она вся развалилась. Вот этот пакет я, по-моему, вообще собирала еще год или два назад. В итоге я сюда положила, блин, пылище полно. И там всяких игрушек, кстати, прикольных полно. Да. Я это тоже выставлю на мусорку, пусть кто хочет забирает реально. Ну, потому что это уже... Давай в другой мешок. Там, кстати, вон игрушки, развивалки всякие еще. Итак, расхламление продолжается. Тут вот куча игрушек. Вот в этом пакете я все-таки решила отдам кому-нибудь хорошие игрушки. А это я отнесу на мусорку, может, кому и пригодится. Тут и Снегурочка советских времен. И Дед Мороз огромный. Короче, отнесу. Часы, как картина. Такие хорошие были, висели на кухне. И на кухне всегда нужны часы, но что-то они не ходят. Меняла я батарейку, их, короче, может, починить надо как-то. Стрелки мы уже делали. Ну да, что-то. Хорошие часики, но не работают. Жалко. Коробку тоже надо вытянуть. И тут мусор. Эти тоже часы тут еще на мусорку. Тут шапка норковая, какие-то еще тряпки, которые я собиралась выкидывать. Из аквариума вот это тоже. Да ну это уж говно-то выкинь. Я вот думаю, стол надо вытягивать или пусть стоит. Да стол пускай нет, стоит. Ну да, на него не удобно, можно что-то поставить. Да, на пол не будешь поставить. Да. Тут можно было бы сделать такой классный кабинет. Выходить сюда. Здесь... Чай пить или кофе. Поставим с тобой самовар. Самовар. Самовар у нас есть. А это я даже не помню, от машины штука какая черная. Я не помню, что это такое. Запчасти какие. Запчасти. Итак, вот это вроде бы все мы собрали. А вот это сейчас все буду относить на мусорку. Столько барахла ненужного. Наконец-то расхламили сегодня лоджию. Здесь прохладно, Олеся. Кофту накинь. Ну, в итоге расхламили лоджию. Я вот думаю, отклеить, что ли, эти штуки не надо. В итоге снегокат остался там. Вода и угли. Запасная вода у меня хранится здесь. Вот. И вот тут теперь тоже свободно в этом углу. Моё яичко. Да, камешки остались. Очень тяжелый тазик, поэтому мы подождем мужскую силу. Вот, и тут остался молокоотсос. Какой? Ему так много лет. Но жалко выкидывать выставленную елу и отдам даром. Колеса самое главное перетащили на другой балкон, потому что то вонище реально стояло этой резиной. Олесь, не надо туда залазить. Слышишь меня? Я просто посмотрю. Посмотри, там вещей случайно нет. Олесь, ну не ломай, пожалуйста, мой чемодан, а. Олеся. Ты посмотри, волосы у тебя на полу. Волосы сейчас будут грязные. Ну-ка, вылази давай. Здесь можно было бы сделать хорошее место для отдыха. Для чаепития. Так, давай складывай и убирай чемодан на место. А на этом все. Вы были на канале Анастасия Флешка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
И всем удачи. Может быть, я кого-то смотивировала тоже на уборку на лоджии или на балконе, на расхламление.